Что мы тут замешаны? Черная мафия. Сэр, давайте я поясню. Вы обсуждали с соседом. Хотел сбежать от дядюшки Фрэнка? По снегу, оставляя за собой следы? Пойдем домой. Если разобью окно, то может получится сбежать. Только это будет громко. Должно же быть в этом чертовом доме что-то, чем я смогу открыть окно без... Только бы не заметил, что я выходил. Только бы не заметил. Так, погоди-ка, что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Это человеческое? Вашу мать! Вашу мать!
Черт, черт! Он сейчас придет! Точно из подвала! Сломан. Но если смогу починить, то выберусь без шума. Этот звук... Это было Джейкоб, громко. Это ты там шумишь? Погоди-ка, что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Вот теперь как новенький. Почти. Thank you.
Ладно. Мне пора наверх. Спасибо за то, что выслушал, Джейкоб. Что-то мне не здоровится. Так, приятель, не подведи. Похоже, получается. Да, да, да! В этот раз у меня точно получится!